Знаете, я вообще хочу сказать о той проблеме, про которую еще пока мы говорить не начали, но она является надзвичайно большой. Это недоступность медицинской помощи, которая постоянно увеличивается для граждан нашей страны. Конечно, тарифы – это очень важно, но когда люди теряют здоровье, когда колоссальное количество смертности увеличивается каждый год в нашей стране, мы точно должны говорить о том, что коалиция столько времени не может между собой договориться и определить кандидатуру, которая возьмет на себя ответственность. Который возьмет на себя ответственность и займет пост министра здравоохранения. Поэтому, говоря сегодня о работе коалиции, о работе парламента, я считаю, что Верховный Совет был совершенно неэффективен. Мы, кроме того, что приняли единственный закон, это мы передали функцию Министерства торговли, по сути, забрали закупки и передали на международные организации для системы здравоохранения, для медицины. Мы не сделали ничего. И я считаю, что в этом является как раз одна из первоочередных как бы, задач профильного комитета здравоохранения. Потому что, говоря о реформах, мы должны понимать, что это в первую очередь новые законы Украины. Также я хочу сказать о том, что именно коалиция сегодня несет ответственность и в первую очередь за такие социально чувствительные сферу, как медицина, доступность медицинской помощи, стоимость лекарственных препаратов, это сегодня ответственность правительства и коалиции. Потому что, как только премьер-министр начал свою работу, первое, что было обещано, это уменьшение стоимости лекарственных препаратов. Но мы понимаем, что у нас не проблема высокой стоимости лекарств, у нас проблема низкого дохода граждан, которые не могут покупать лекарственные препараты.